утро. Поехали навстречу, поедем посмотрим райончики всякие разные. Гулялись, у нас такой вакейшн получился. Мы едем в центре города. Потом папа тебе снимем этот машину. Но Дима говорит, что это просто этот УАЗик. Лохматая я. Вот. Если не в 5 утра встала, такая молодец. Будем спать в самолете, нам 6 часов лететь. Потому что с пересадкой. Я брала прямые рейсы, а они изменили. Сделали через Калгари. Ну, смотри, троллейбусы. Троллейбусы ездят, да. То есть советские троллейбусы один в один. По двум рогам также ездят. Mm-hmm. По двум проводам. Вот. Ну, какое интересное здание. Ну, ты переключи. Вот, да. Переключи это. Камеры платины, она переключится. Переключать? Значит, я как-то не вижу, так? Ну, не выключи и переключи так. Немножко поснимаю сам город. Смотри, баран стоит. Как его было или какой-то безумный. Вижу, вижу, вижу. Сегодня еще ночером пойдем гулять. Вон, видишь, этот ванкуверский, этот шар, он большой, называется. Это похоже больше, наверное, на Art Gallery. Художественную галерею. Шарик? Да. Надо посмотреть, что это. Живем с высоткой Трампа. Queen Elizabeth Restaurant. Это театр. Театр королевы Елизаветы. Что-то как-то скромненько. Ух, какую-то что-то строит. Или уже построено. Над землей паровозики летают. Вон горы такие красивые. Хочу на самую большую гору залезть. Ну, смотри, этот поезд. Да, вот он поехал. Сам управляется без водителя. Без водителя ездит. Смотри, дядька меня пропускает. То есть такие вежливые. Вежливые, молодцы. Очень много разноцветных зданий вот мне нравится. Ну, есть такие прям пошкрябанные все. О, Main Street есть. Main Street — это главная улица, типа. Как наша улица Ленина. Да. Как правило, это очень старая улица, то есть такая. У нас же в Виннипеге тоже есть Main Street, но она такая, не котируется, короче. Хотя, если ближе к Портичу, то там дорогие, наверное. Портич — это, наверное, как улица Маркса. Или улица Портич, Мира. Портич. Или проспект Мира. Ну да, Портич и Мейн практически всегда рядом. Да. Основные улицы. Да, потому что трейд был. Продажи. Ну, потом еще поснимаю. Все, обнимаю, целую.